Здорово, Твитс. Я видел то, что ты меня в лобби приглашаешь. Я не буду с тобой играть, потому что я сегодня соло стримчик. У меня соло стримчик. Я в соло и гоняю. А то, блядь, постоянно на вас гореть еще буду, потому что вы, блядь, не делаете то, что нужно делать в этой игре. Бля, разраб. Боже, нахуй. Гений. Да какой же ёб на разрабе? Я сейчас хотел через замок пролететь, да? Ну не сквозь замок, а сверху замка. А там невидимая текстурка, которая не дает мне этого сделать. Ну вообще разъёбчик. Просто вау. Hello? Кто-то наверху? Бляди. Наконец-то, блядь. Надо на магазинчик прилететь сразу. А то денег немерено. Ну, конечно же, ебаный уебище со мной полетел, блядь. Именно сюда же. Откуда у тебя столько денег, блядь? Что? Кажется, я хапнул лишнего, да? Чего, блядь? У типа 45, блядь, и 7 патронов на магнум. Это вообще норма? Ну не на магнум, на авик. Охуеть. Мне кажется, или я здесь... А, вот, да. Я думал, мне показалось. А оказалось, мне не показалось. Это, судя по всему, бот. Хотя по одежде я бы так не сказал. По одежде просто чел, который, блядь, голым играет и все. А, ну теперь я понимаю, почему так лагает. Потому что тут маленько замесы какие-то происходят. Ну, блин. Опа. Это что за шпион такой? Давай,
Блять, какой тайминг хороший, а? Это, блядь, уже момент для мувика какой-то. Как так все хорошо может складываться, я не понимаю. Чё, ебать. Да ты глянь. Походу я та мразь, которая очень жадная, да? И хуй пиздец на того чела тогда. А чё так много в живых игроков? Только сейчас заметил. Хоть много их. Зона милипиздрическая уже. И так мало в живых. Ой, и так много в живых. Я чё, в ПК папк зашел? Оп. Словил плюху. Это что? А что там происходит, блядь? Что это нахуй там ездит? Я это впервые вижу, если чё. Ладно, я полечу в зону. А, он решил умереть от зоны просто. Есть каточка.